Мистер Фримен. Дата трансляции была выбрана не случайно. Цифры в сумме дают 15. 15 в нумерологии карма, рок, судьба. Ранее сказано, что при складывании 15, 1 плюс 5, мы имеем 3 шестерки. 8 числа была трансляция. 8 в магии, победа. 52 секунды. 52 в магии, ускорение перемен. 666, разрушение, демоны. 36 секунд, сам ролик. 3 плюс 6, 9. 9, совершенство. Вопрос в том, что есть совершенство для тех, кто заказал этот ролик. Война – это мир. Свобода – это рабство. Незнание – сила. Чья сила? Повторяю для тупых. Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят, и тем быстрее она распространяется. Далее гипнотизирующие круги и продолжение. Война – это мир. Свобода – это рабство. Незнание – это сила. Повторяю вопрос, чья сила? Чтобы ложь стала правдой, ее нужно доносить просто, эмоционально и часто. Вдумайтесь, что он вкладывает в ваши головы. Повторяю для тупых. Игра на психике. Я же не тупой, я все понял. А что ты понял? Читая комментарии, то, что ты понял, не имеет никакого значения. Если ты смотрел это, у тебя на подкорку запишется: война – это мир, свобода – это рабство, незнание – это сила. Он же повторяет это для тупых. Но ты же не тупой? Конечно же, ты это запомнишь. Данный текст черно-белый, так же, как и картинка. Верующих во Фримена спешу разочаровать. Казачок засланный. Его задача засрать вам мозг. Посмотри внимательно, какой паспорт он предлагает, какие там символы и смыслы. И обрати внимание, что он сидит на пирамиде. И кто же, интересно, стоит за ним?